Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Так, во-первых, заберем сундучок бесплатный. 550 монет. Снэппи, Мамонт, Канон, Спитти. Итого у нас денег 2225. Что я могу прокачать? А по-моему, ничего. Мне абсолютно ни на что не хватает. Вообще. Так, ну что, вот у нас, ребята, миссия 8-6. Блин, как-то ее надо попробовать пройти на 3 звезды. Ну как? Мы не успеваем там, друзья мои, справиться с бомжихой, так? Так. Бомжиха вредная, да, и... Огонь, заморозка. Ладно, давай еще раз попробуем. Но мне кажется, это бесполезно. Я попытаюсь, конечно. Да. Типа моему сейчас пошия тут. О, там же лучники идут. Давай, выходи. Вот этот вот бесявый, а? Шныреныш. Так, давай вызывать этих снэппи. Ну иди сюда, подходи. Стоит там издалека. Нервирует меня. Так. Мне надо с этим разобраться. С этими, ребята, хламонами нужно разбираться. Да блин. Ну что ты меня нервируешь? Они только одну. Друзья, они только одну хибару разломали. Так, сейчас мы ее огонечком. Уже кто-то там отдуплился у нас, да? Кто-то уже заныл. Так, конечно, заноешь тут. Это бомжиха он прет. Как тут не заныть? Ну вот как ты тут не заноешь, если бомжиха вот бесела рядом? Я ума не приложу, как тут. Называется, попробуй не заныть. Когда тут эта хибара ползет. Дармоедовская. Я отошел. У бомжихи один удар осталось, ребята, сделать. И ведь никто, ребята, ее не накажет. Никто, понимаешь? Кроме меня. Кроме меня ее никто не накажет. Это что, это сопляки, ребят? Они толком здесь ничего сделать не смогут. Так, молодец, красавчик. Давай я тебя подсоблю маленько. Подсобил. Ну что, я должен один, что ли, с ними бороться, блин? Погнали. Ну вам-то что здесь надо, а? Олухи. Бомбим, бомбим, бомбим. Отлично, погнали дальше. Давай, друзья мои. Нам надо сломать этот забор. А дальше, по-моему, опять будет бомжиха, если я что-то там не путаю, не? Там не бомжиха, друзья мои. Там не бомжиха, там... Ну, конечно, все, ребят, звезда пошла уменьшаться. Ну и что?
Как они представляют, что я должен здесь пройти? Я уманил уже, ребят. Ну не хватает, вот он, этот телепорт. Вот он, этот забор. И вот они вот тут прут всей своей долбанутой семейкой. Это о чем говорит? О том, что не хватает где-то мощей. Не хватает у нас прокачки именно на наших динозаврах. Все, вроде мы норм. И в то же время нифига не норм. Понимаешь? Все хорошо, да ничего хорошего. Вон, мы даже вторую с тобой звезду профукали. Это говорит только о том, что мы еще хуже даже идем, чем вообще проходили раньше. Как такое может быть? Стоять мне, что ли, прикрывать? Или что вы прикажете мне здесь делать? Трицератопс очень, ребят, хорошо помогает. Он, конечно, не такой мощный, как тот же самый мамонт в плане защиты, но все-таки он имеет какой-то вес. Какой-то вес он, да, имеет. Ну, ты сам понимаешь, да? Отвратительно прошли. Прошли, но отвратительно. Хотя бы 440 монет получили. Так, что это у нас тут? А, сундук. Ну-ка. 1600 монет, 9 самоцветов, энки 5 штук и лечилка плюс камнепад. Да, ну давай попробуем вот этот вот. Так. А здесь, по-моему, тоже, друзья мои, не легче уровень. Ну куда ты разогнался? Ну куда ты разогнался? Плювики. На подмогу. Так, хорош. Сейчас я этого огрею. Да что ты ухаешь там, ухает он. Заплевывает, заплевывает. Слушай, ну без трицератопса, мне кажется, здесь мне делать нечего. Сейчас посмотрим. Ставлю я, наверное, защиту. По-моему, здесь будет бомжиха, ребят. Да. Есть. Да что такое-то? Мы с тобой звезду... Да... А как? Я все равно, друзья мои, прошел на две звезды. Вроде бы шел хорошо, бежал, как говорится, с нами голову, и ничегошеньки не вышло. Ну, давай попробуем этот этап пройти. Один против всех, правильно. А еще говорят, один в поле не воин. Еще какой воин? Мне кто-нибудь помогать-то будет или нет сегодня? Кому я нужен, а?
Кому я нужен? По башке получил дубиной, вот и все. Вот и будь здоров. Со своим огромным молотком, а? Но... Да ломай ты уже эту хибарину. Так, здесь пробили. Так, что нам надо? Что нам надо? Да только свет в окошке нам надо. Поджигаем этот домик. Поджигаем этот домик. Опять мне взяли столько навешали. Может, хилку позвать? Ой-ой-ой. Да ну иди ты. Все, сейчас начнет. Сейчас, сейчас начнет всех дубасить. Даже не знаю, как тут. На кого тут быстрее внимание-то обращать? По идее, это нужно поджечь. Ой-ой-ой, я и забыл. Ну вот, ребята, вот все, звезду уже потеряли. Не, не получается. Не получается, и все. Бомжихи, здоровье еще там дофигище, как мы видим. Тут даже если я прокачаюсь, это тоже, ребят, не поможет. Она же психует. Все, я доигрался. Меня подвели. Вон вторая звезда уже уменьшается. Не-не-не, надо прокачиваться. Бомжиху наказали, прикинь, бомжиху наказали. А толк-то от этого? Все-таки в первой части было проще в плане того, что там у нас, как ни крути, яблоня, ну... Мы с тобой, ну, прокачивали сами яблоню. Здесь же, ребята, все это, блин, надо в ожидании. Это же выжидать надо. Понимаешь? А с другой стороны, нам фарм в любом случае нужен, да? Фарм. Поэтому пытаться пройти миссии все равно надо как-то проходить. Хочешь ты, блин, того или не хочешь, проходить их надо. Но... Так, а что толку-то уже все? Одна звезда. Мы получим тут как бы по минималочке наши награды. Слишком сильное ограничение, ребята. По 30. Она и очень медленно дает нам. Очень медленно дает нам награды. 380 тысяч в плюс. Как тут? Тут у нас тоже очень много. Ну а про эту миссию я вообще, наверное, молчу, ребят. В эту миссию мы с тобой даже не смогли пройти на этом. На обычном режиме, потому что меня элементарно запинывали здесь. Давай начнем с этого. Да куда ты там?
Нет, он меня достанет, а? Слушай, шаман. Бомжиха же, да? Бомжиха тут, по-моему, будет. Так, эликсирчик дали мне. Ух, жестко. Только отдупляются мои ребята здесь. Да хоть бы одного бы, блин, подпалили. Это еще рыцари там идут. В кого прилетело? Чего прилетело, блин? Смотри. Так, подожди. Может, все-таки как-нибудь пройдем? Я не уверен, конечно, что на 3 звезды, но хотя бы как-нибудь. Дадут мне такую возможность? Катапульта. Он же снарядами. Запаливаем ее, короче. Блин, надо было Энку вызывать. Опять этот псих бежит. Дай-ка я его попробую так. Камнепад. Как же они быстро у меня погибают, а? Слушай, мы подбили этого здорового. Звезда. Нет. Да ёпперс, это, ребята, ну была такая хорошая возможность на 3 звезды пройти. В принципе, этот уровень можно, ребят, пройти на 3 звездочки. Надо только немножко, не знаю, постараться как-то. Смотри, чуть-чуть буквально не хватило. А так, все нормально. Ну, давай смотреть. Угу. Так-с, ага. Еще 420. Так, вот, ребята, мы получаем с вами нового... Рэмбо в бочке, как ты видишь. Так, что у нас тут по динозаврам, по прокачке? 1800. 6000.
А, у нас мамонт. Но опять же, мамонт, ребята, он только в определенных миссиях у нас появляется. Так, а вот у нас как раз, ребята, у нас как раз-то здесь Рэмбо в бочке-то и будет. То есть мы сейчас проверим, как это работает. Это стрел наполучал. Да как же Рэмбо-то этого вызвать? Так, подожди секунду. Вот сейчас посмотрим, ребят. И это все? Это вот так вот работает? Нет, ну я, честно говоря, думал, что это будет немножко по-другому. Откровенно говоря. А они всю эту избу ломают. Ну чё, я вот его оглушил. Опять же, оглушил его ненадолго, друзья. Ну, чтоб тебя, а? Так, подбили. Бежим, 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 бежим. Ломаем забор. Помощников у меня прям тут хоть отбавляй, блин. В кавычках. Я уверен, что здесь еще... Ну, конечно же, вот она. Вот она на одном месте намотана. И я со своими несчастными, ребята, ударами. Мамонт хоть... Мамонт, ты прикроешь нас? Так, минус бомжиха. Пошел, ребят, помогать. А, тут все этот снес. Ну, мамонт хорош, хорош, ребята. Как защитник, да, он неплох. Но и он не вечный, понимаешь? Его сносят. Сносят. Лучников этих валим. Ну что, ты споткнулся об какой-то несчастный забор. А там еще и катапульта. Твою налево, тут еще, ребята, и катапульта, блин. Давай так вот сделаем. Не сработало даже, прикинь. Да ты достала катапульта. Ну, ядрен, смотрю, ну.
Она не угомонится, да? Все, ребят, моего маму-то подбили. Да и не только маму-то. И не только, друзья мои, маму-то подбили. Твою дивизию. Твою дивизию, блин. Нашпиндрякали мне. Ну, ты сам видишь, тут на одну звезду, ребята, идем. Что тут творится-то? Просто катастрофа. Все, остаются вот эти вот последние. Да. Лютая сложность какая-то. Просто, ребята, лютая. Сундук, давайте мне, пожалуйста, и покажите, что в нем будет находиться. 1600 монет, 9 самоцветов, Рэмбо, стегозавр, 5 камней. Так, подожди. Плевун становится раритетным, что ли? Я не могу понять. Экипируем. Да, ребята. 10 тысяч на прокачку. 10 тысяч. Так, слушай, ну это надо было сделать. Этот стега, в принципе, ребят, бомбит. Он на прикрытии очень даже неплох. Очень даже неплох. Ну вот тут, конечно, ценники 3600. Да. У меня, ребята, последняя энергия. Ну что, пойдем смотреть, что нас тут поджидает. Я понимаю, что ничего хорошего. Еще тем более простой валун дали мне. Ну, такой себе. Был бы он прокачанный бы. Плевун, который сзади, ребят, плюется, вообще практически не наносит никакого урона. Ты сейчас серьезно? Он уже сразу, они сразу уже катапульту, ребят, сюда пригнали. Нет, тут есть возможность. Я, правда, не знаю, как это сделать. Призвать этого. Да его фиг ты призовешь, он стоит, по-моему, 75, ребят. Могу ошибиться там. Вот ты видишь, что происходит. Ладно, этого мы наказали. Этого тоже. Там, по-моему, сейчас еще будут хибары. Или не здесь? Я же вроде как что-то видел, нет разве? Плювики, давайте. Так, вот этого плювика, если мы призываем, он же родит. А, мы не можем, у нас пока не хватает этих. Куда ты прешь? Вот, теперь у нас хватает. Да какая, черт подери, тебе катапульта тут еще. Да какая, да та самая, ребят, катапульта. Та самая, блин, катапульта, которая бомбит, блин. Да поднебесье просто бомбит. Надо и с ней как-то тут, блин, бороться.
Неужели? Я стою как этот, как партизан до последнего, ребят, тут. Я тебя сейчас стрельну, я тебя сейчас стрельну. Стрелять он там собрался уже. Ну, ребята, ну подсобите, господи. Уже ползет. Сломал. Идет. Что там мне? Показалось, что мне? Ух. Да эти... Блин. Надо сжигать эту штуку, ребят. А чё он? А чё он пробежал? Он пробежал, да он даже, ребят, не задел их. Почему? А там сзади слышу, ребята, только визги, вой. Там сзади только визги, вой. И нет никакого суперудара, чтобы вот этих вот всех проучить, понимаешь? Ну? Да как же ты мне дорог. Там еще одна катапульта. Вот это уровни, ребят, пошли. Вот это жесть. Так, ладно, мамонт. Мамонт пока, ребят, там вроде бы. Ну он же строчит. А, он по мне, ребят, бомбит. Так, мы этих разбомбили. Да уйдешь ты или нет, а? Где она? Да ядрен ты, матрен-то, доигрался, блин. По башке получил. Я не понимаю, почему я Тирекса до сих пор не вызвал. Я вызываю мамонтов, а Тирекса не вызываю. Как-то... Как-то несправедливо, вызвал его только в конце. Ну да. Ох, сейчас Тирекс подойдет. Ох, сейчас он вам тут всыпет. Вот он явился. На одну звезду. И плюс мы еще забираем сундук. Так, насколько я помню, там сундук еще должен быть. Вот он. Что? Подожди, или я... 5000 монет. Или... Мы с тобой вот это пришли, что ли? А это только час будет? Точно. Так, ребят, 8000 монет. Валун, что ли, вот этот прокачивать? Тут динозавров-то еще, ёпрасоте, целая куча. Ну чё, ребят, последняя энергия у нас.
Камнепад это... Погнали. Так. Ой, они тут вообще, ребята, крепкие. Они тут вообще крепкие. Ты посмотри, насколько. Не пройти. Этот этап, ребят, я не пройду. К сожалению, это я уже даже чувствую. Это видно и по атаке. Это видно, сколько мы отнимаем здоровья даже нашим мощным. Даже нашим мощным сам... Ой, с двух ударов почти врубает. Все, хана яйцу, ребят. Да, да, яйцука хана. Ну, что я могу сделать, ребят? Я пытался, я старался, видишь. Но бесполезно как-то, вообще бесполезно. Отдубасили за милую душу. В общем, друзья мои, нам надо возвращаться в старые времена, хотел сказать, в старые локации и пытаться проходить на 3 звезды. Это единственный вариант. Вот здесь вот нам не хватает 1 звезды, но мы не можем. Видишь, я хотел, я думал, что если мы с тобой прокачаем динозавра, будет лучше. Но мне кажется, что надо все-таки прокачивать, наверное, главного персонажа. Почему? Потому что, ребята, динозавров нам дают всегда разных. А персонаж наш именно, он всегда с нами. Поэтому, ну, много чего от него зависит. Но 5500 это на 11 уровень атаки. Здесь пока вроде бы все прокачано у нас. Огонь, конечно, хотелось бы прокачать. Огонь и... Камнепад, наверное. Огонь и камнепад. По динозаврам 60. Мы, кстати, можем... А зачем нам надо 5 карточек на этого? Нам не надо, нам вот... Или и этого... Нет, эпическим не надо делать. Так. Это не то. Вот этот, я, ребят, представляю, что этот сундук дает. 50 тысяч монет, 30 карточек, одна раритетка и какое-то улучшение. Ну, я бы, наверное, все-таки взял бы вот либо Т-рекса механического, либо, да, наверное, все-таки... Нет, робот-трицера я бы взял бы, потому что он чаще попадается нам в миссиях. Т-рекс механический так себе. Где-то есть, где-то нету. А вот этот вот робот-трисер было бы неплохо получить. Но это копить на него надо. До посинения, ребят, копить на него надо. Ну что, дорогие друзья, давайте на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.